До открытия сезона месяц, до домашнего предсезонного турнира неделя, а болельщик уже идет на торпедо. Первая в истории открытая тренировка собрала целых два сектора. Сразу видно, поклонники соскучились по хоккею. Как там новички, как тренирует Кари Яланин? Фигура нового наставника вызывает особый интерес. Да и вообще, все любопытно. Болельщики приходят на стадион, ну, для этого, чтобы увидеть, как наши ребята тренируются, стараются, ну, для будущего сезона. Интерес в том, что команда новая, наполовину, как бы, да, то есть, ну, самое главное, что мы давно болеем уже за нашу команду, да? Поэтому ну, да. Хотелось бы прийти посмотреть на всех тех, кого мы знаем, и тех, кого мы только видим первый раз. Поэтому мы так и будем всегда ходить. Какое первое впечатление по Харе? Ну, легионеры физически покрепче. Ну, и тренировочный процесс вроде интересен. Вроде понимают все там, что, как руководит, как команда, вроде все понятно. Но не первый день уже, ну, взаимодействие, да, наверное, да, налажено. Да, да, да. А вообще, как саму традицию, вот, это первая же открытая тренировка, как вот этот шаг воспринимаете? Очень интересно, надо продолжать. За нюансами тренировки следит и губернатор Нижегородской области. Валерия Шанцева тоже тянет на хоккей, и ему также интересно посмотреть на новичков и то, как Кари Яланин отрабатывает на тренировке игру в неравных составах. Соскучился, хочется послушать, как и шайба стучит, и как клюшки, налет и скрещиваются в этом бою. Как вратари играют. Мне показалось, что вратари довольно-таки надежные. Только бросков было, там летает на единице, по крайней мере, из игры, 5 на 4, и с тренировочных, раскаточных таких упражнений, ну, практически выхода 1 на 1, я не видел, чтобы вылетало там что-то очень много. Команда существенно обновилась, поэтому каждому хочется понять, а что такое терна. Как он играет, как по телевизору видели, а больше никак. Как играет Варламов, как играет наши, Варнаков, Велесов, Невлецкий. Вот. Особое, наверное, внимание к вратарской линии, потому что обновилась вратарская линия. Два очень перспективных, серьезных вратаря, и Туокова, и Коваль. Вратари известны. Я чувствую, что у нас сейчас будет какое-то соревнование даже за то, кто будет больше стоять, кто первый, кто второй. Мы, словом, все думаем сейчас. Вроде бы селекция прошла нормально. Забрали неплохих и уже известных ребят, костяк. Команда такой серьезная уже. Вот. По силам ставить новые амбициозные задачи, как мы всегда это накануне сезона. Главное, чтобы потом не было разочарования, а для того, чтобы его не было, надо правильно построить тренировочный процесс. Хочется понять, как Кари Яланин строит свои тренировки. Но хорошо, что тренировка сейчас открытая, и люди, наверное, сразу почувствовали, что это идет работа. Что здесь нечего скрывать, мы все одно целое, мы все одна команда Нижегородской области. На какой еще тренировке игрок может почувствовать себя звездой? Только на открытой. Пока каждый желающий не сфотографировался с Райаном Вески, Пекой Туоколой и же с ними, игроков не отпускали. Может и не стоит так отвлекать их от тренировок каждый день, но изредка необходимо. Так болельщик становится ближе к команде, а команда – болельщику. Владимир Широков, Торпедо ТВ.